Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMania, и сегодня у нас будет видеообзор из фикс-прайса январь. Наконец-то наступил Новый год, новые покупки, вот, и сейчас мы будем с вами смотреть. Но сначала хочу показать такую гирлянточку, на нее фотографии я оставлю, наверное, в конце ролика, как она красиво выглядит. Ее, конечно, лучше смотреть, когда она в темноте. Очень красиво, прям вот в таком вот круглой вазочке на столе. Здесь очень красивые какие-то такие рисуночки, ромбики. Мне очень понравился. Вот. Ну и пока отложим сюда, чтобы вам немножко было видно. И начнем. У меня два мешка в этот раз. Покупок много. Ну как много? Нет. Два мешка, но их не так много. Вот. Начнем с первого. Так. Купила я такую вот, не знаю, что это у нас, типа масленки. Ну да, это масленка какая-то. Из нее я видела какие-то делают, вернее не из нее, а с ней какие-то фотографии очень красивые. Я не помню до чего, но я ее хотела. И нашла я ее в Отрадном, у нас уже в Самаре ее нету давным-давно. Это довольно старый уже товар. А, ну да, вот она, масленка. 13 сантиметров на 8. Нашла я более-менее самую хорошую, потому что тут деревяшечка, она, тут она вот сейчас гладенькая, а там остались такие, прям можно за нос зацепить. Единственное, здесь вот была наклеена, вот, а тут остался клей, полосочка. Вот, не знаю, что я буду в ней там хранить, может быть, масло, да, не знаю, что-то масло туда, его постоянно оттуда вынимать. Как-то вот если бы я хотела вот наоборот, но здесь бы вот какая-нибудь ручка, чтобы вот так вот взял. И все, было бы здорово прям. Ну ладно, в ней можно, в принципе, хранить всякие безделушки, которые лежат на столе. Там всякую такую ерунду. Все в одном месте, все красиво лежит. Так, поедем дальше. Конфеты я купила. Конфеты за 55 рублей. Здесь 200 грамм. Трюфель оригинальный. На него будет делаться отдельный обзор. Вот, посчитаем мы с вами, сколько там конфет, какие они, как они выглядят, вкусные, невкусные. Вы также напишите в комментариях, если вы уже их пробовали, понравились они вам или нет. Так, еще пачка конфет у меня. Здесь у меня марионка ассорти. Ну, какая-то марионка. Искала я просто себе конфеты. Хотела конфет вдруг. Не знаю, очень много там конфет. Наверное, даже было бы интересно перепробовать их все. Наверное, на следующий раз буду постепенно каждую пачку брать. И будем с вами их открывать, пробовать. Это интересно довольно. Тоже она где-то 55 рублей стоила. Здесь тоже 200 грамм. Если вы хотите их, допустим, взвесить, тогда напишите, взвесить конфеты. Вот, не знаю, есть тут 200 грамм или нету. Не знаю, будет вам интересно. Так. Купила я также горячий шоколад. Я уже до этого покупала, но покупала уже очень давно. Вот, ну, недавно буквально я его допила. Чуть мне не хотелось, а тут захотелось. Он мне нравится, очень вкусный, но его удобно заваривать в маленьком стаканчике. Там кладется сколько? 3-4 чайные ложки, и получается прям действительно как будто там шоколад. До этого я пробовала горячий шоколад прям в кафе, там реально был шоколад, такой расплавленный, горячий. Вот, и сразу давали стакан воды, то есть выпиваешь его, это очень-очень безумно вкусно, но... В других кафе я больше такого, именно вот такой консистенции я не нашла. Есть всякие другие, разбавленные, там что-то кофейные какие-то. Но именно вот горячий шоколад, вот именно такой вот он жиденький, сладкий, такой вязкий, таких почти нету. Ну, не знаю, может быть, я мало искала. Здесь, в принципе, можно такого результата добиться, если взять прям совсем маленький стаканчик, там миллилитров 100, там, например, где-нибудь так вот. И где тут 3-4 чайные ложки. А, ну 150 миллилитров здесь написано. Наверное, 4 ложки как раз будет, может быть, нормально. Ну, примерно вот что-то такое будет. Вот, на нее тоже будут делать отдельный обзор. Посмотрим с вами,
попробуем, как, что, какая она там на вид у нас. Так, также я купила гранишек. Маска бальзам для волос с перчиком красным. Она для укрепления и роста волос. До этого я покупала тоже в фикс прайсе, тоже с перчиком, но другая немножко. Баночка была другая. Вот производитель, я уже не знаю, не помню, нет у меня уже этой баночки. Я очень долго искала, пыталась найти, где же это. Потому что первый раз, когда я ее попробовала, у меня волосы выросли почти на 5 сантиметров. Вот, но там наносишь ее, главное на голову нанести, а волосы не надо, потому что она сушит очень сильно. И мешочек какой-нибудь, полотенчика сверху, и там ждать минут 15, что ли, где-то так. Она прям колоть, так я помню, начинала, и вообще так первый раз напугалась. Побежала скорее смывать, но ничего страшного в этом нету. Потом я делала эти маски, я ждала 15 минут, и, по-моему, 30 минут самое долгое было. У меня росли волосы, было все хорошо. Вот, наконец-то я нашла. Баночка, правда, другая, не знаю, производитель. Так, здесь интенсивное укрепление корней, активизация роста волос, легкость расчесывания. Ну, не знаю, посмотрим, будет ли она. Я купила сразу две, кстати, она по 500 мл. Они довольно тяжелые вдвоем. Они вдвоем точно, наверное, килограмм весят. Не знаю, попробую и потом вам расскажу. Не знаю, может быть, даже стоит, не стоит на нее обзор делать, даже, честно, не знаю. А, она запакована. Это радует. А то бывает, думаю, что должна быть упаковка, а ее нету. Как будто ее уже открыли, попользовались, особенно зубной пасты некоторые. Посмотрим. Если хотите, чтобы я сделала обзор на баночки вот эти, напишите тогда. Обзор на перчиковую маску-бальзам для волос. Ну, или маску-бальзам для волос. Обзор напишите тогда, я тогда сделаю. Либо вам просто потом расскажу, как это все было. Потому что некоторые маски есть тоже написаны с перчиком, но никакого такого прям эффекта, что там все прям уж хочется почесать, нету. Вот, так, следующий мешок. И сразу виднеется лопатка. За 55 рублей я купила. Вот, долго думала, какую лопату взять Диме. Ну, думаю, ладно, пускай будет это пластмассовая. В каком-то другом магазине, ну, я уже не помню, в каком магазине, я видела здесь пластмассовая и здесь пластмассовая, а вот здесь деревянная. Но я не могу вспомнить, в каком магазине я ее видела. Вот, но она немножко тут мягенькая все равно. Вот, ну, не знаю, на какое-то время, может быть, хватит. Голубенькая была, желтая и зеленая, по-моему. Красная, вот, не знаю, была или нет. Вот, такая же вот лопатка у его бабушки. Она ему купила там, по-моему, желтенькая, а я вот решила голубенькую. Вот. Вот так, а что у нас? Тут у нас что написано? А, старше 3 лет для детей. Ну, в принципе, ему уже и сейчас интересно этой лопаткой там погребсти, там поковырять что-то. Так, здесь у меня самый тяжелый мешок. И здесь у меня банки за 99 рублей для сыпучих продуктов. А банка здесь у нас литр 100, целый литр, еще 100. Там как раз у нее без продукта кофе написано, но я думаю, килограмм кофе не каждый будет засыпать туда. Это надо 4 пачки засыпать, я не знаю, сколько там времени будешь ее пить. Вот. Ну, для сыпучих там какие-нибудь крупы всякие, вермишельки, там все такое. Она очень красивая, меня очень привлекла, вот эти вот полосочки вот всякие. Единственное, здесь надо выбирать. Я сразу не обратила внимания, уже дома. Некоторые полосочки, ну, это не особо заметно, некоторые полосочки тут, ну, брак, короче, виден. Я думаю, они, наверное, есть в каких-то магазинах подороже, а вот бракованные, там вот тут тоже всякие, тут козявочки. Вот, такая у меня. Я купила. Они тяжелые, кстати, довольно. И вот такая вот. Взяла разные. Тут морковка, чесночек нарисован. Вот.
на английском написано. Так, здесь у нас литр, ровно литр. Здесь как раз вот от этого бренда. Не прочту. Его есть тарелочки. В принципе, я, может быть, фотографию оставлю. А, тут еще вон крышечка классная. Ее фотографию оставлю в конце. Так, купила я подушечки с какао. На нее тоже будет отдельный обзор. Я их уже покупала пару лет назад. Мне не помню, понравились они мне или нет. Увидела, вспомнила, купила. Они стоят 25 рублей. Здесь 130 грамм. Ну, чувствуются они такие прям жесткие, как, знаете, раньше были, продавались подушечки, типа, как вот сейчас хлопья, в больших пачках. Сейчас что-то, кстати, нету. А это вот в мешочечке таком. Не знаю, можно, наверное, так поесть. И с молоком, я помню. Молоко, по-моему, было нарисовано на этих коробочках. Вот, ну, Витьба. Вот, напоминает детство мне очень. Такое. Подушечки, значит, детство. Я помню, покупала маму, я там сидела, ела, так нравилось, такое все. Вот так. И тут у меня... А, ну ладно, достала уже. Две пачки влажных салфеток я решила купить еще. На них, на салфетке, я решила тоже сделать обзор. Вот так вот. Вот, ну, чтобы вы посмотрели, стоили они 55 рублей, какие они внутри, что, как, потому что я смотрю, в магазине не больно их берут, видимо, боятся, что вот эта вот дверца, вот эта вот штучка, она сломается. Но нет, она не ломается. Вот, ладно, дальше я сейчас не буду рассказывать, я расскажу вам все это в отдельном обзоре, что там, как там. Вот, 120 штук здесь, мне очень нравится. В принципе, у меня уже есть запас, но я взяла еще. Я с вами, в принципе, не если, а я их всегда смачиваю водой, заливаю туда воду, выжимаю раза три как минимум, потому что тут все равно в составе, я думаю, будет всякая химия, все-таки детям. Ну да, вот тут спирт какой-то есть. Тут всякое говно есть. Вот. Поэтому я всегда их промываю. Две пачки взяла по 55 рублей. Вот. И самое главное у меня покупка осталась напоследок. Это кофе черная карта. Покупала их две штуки. Две штуки их купила. Одну маме уже подарила, одну себе оставила. Здесь 250 грамм. Так, молот и заваривается в чашке. В принципе, мне так и надо. Степень обжарки троечка. И крепкость кофе пятерочка. Ну, не знаю, это есть для кого-то. Надо, не надо это. Вот, до 2020 года. Был упакован в конце прошлого года. Так, 250 грамм я сказала. Так, смотрите. Если вам интересно обзор на это кофе, давайте так. Вы поставите 15 пальцев вверх. Кому интересно видеообзор, я его тогда проведу. Вот, именно 15 пальцев вверх. Не перепутайте. Вот, тогда я сразу же понимаю, что вы хотите обзор на это кофе, и я его провожу. Черная карта. Честно, его почему-то у нас в магазине и в других магазинах я была, его не особо берут. Не знаю, почему-то, видимо, людям не особо нравится он, может, хотя мама сказала, что в магазине оно стоит там около 130 рублей, а в фикс-прайсе оно стоит 99 рублей. Но, тем не менее, я забрала две последние пачки уже после Нового года. До Нового года их было полно, после Нового года, по-моему, заходила, еще их было, а тут вот недавно, почти к середине месяца, их разобрали. Вот. В принципе, это у меня все. Вроде покупок не так много, но, видите, не особо из этих вот больших банок у меня не особо поместилось все в один мешочек. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Я жду 15 пальцев вверх на это кофе. Я думаю, вам будет интересно, какое оно, вкусное, невкусное. Вот, ну и все. Всем пока-пока.